Всем привет, с вами Катя Американо. Мы наслаждались как могли. Еще в уходящие дни сентября мы могли позволить себе надеть летние вещи. А что с погодой в эти первые октябрьские выходные, расскажу прямо сейчас. Суббота, 3 октября, будет облачной, но без осадков. Днем 20 градусов выше нуля, вечером 12 градусов тепла. Воскресенье уже солнечно, днем плюс 21, а вот вечером 10 градусов тепла. Ищите работников в свой штат? Тогда начните поиски с сайтом «Блокнот Волжский». Размещайте свои объявления в разделе «Работа», и уже сегодня их увидят тысячи жителей нашего города. На сайте и в Инстаграме. Обо всех условиях размещения вы можете узнать напрямую у наших менеджеров прямо сейчас. Телефон здесь в описании. Согласитесь, нам всем стоит поучиться у октября яркости. Он пестрит красками, несмотря на осеннюю прохладу. Желаю вам такого же яркого настроения в эти выходные и увидимся!